Сипиет. Не работаем, чем на пихнуть. Да сильнее бей. Сипиет, а мы кинем. Короче. Все еще знают. Прелестно, прелестно. Я убью. Надо проверить, как камера сломала. Пусть он подлежит, я сейчас все раз Эй, ладно. Я вот так его ставлю, чтобы видеть здесь сбоку все. О, вот так, ребят. Это МП-8 без всяких там благо защиты. Ставьте сим-карту. Давай, чем будем чинить? Перевилку и чинить. А камеру? Я смотрю, работает, работает. Где камера? Так хуй его знает. Lost a solar panel. Yeah, I'm not dealing with it. А вот камеру. Давай камеру запускаем. Она работает? Давай, ставь его так же сюда. Краном. Во, ребята. Свободная съемка. Да. Так что кто говорит, что нужно это... Снимать, да, тем более вода цветом как раз какую-то мы в нее насрали, самое то, прямо имитация реальной жизни. Вот, и все, кто говорят, что Nokia не благозащищенный, вот, все охренительно просто. Снимают она сказочно, ну, вполне идеально. Давай, мы этот стол засрали. Да ладно, ну тут немножко. Так, теперь будем...